Специалисты Южной межрегиональной электросетевой компании на подстанции «Баксан» испытали оборудование для плавки гололеда. Проверка показала, новая система значительно повышает надежность энергоснабжения. Оборудование установлено на 330-киловаттных линиях «Баксан-Нальчик-Черкесск». В зоне обслуживания порядка 750 тысяч жителей Кабардино-Балкарии. Если раньше специалистам приходилось плавить лед вручную, то теперь процесс автоматизирован и осуществляется дистанционно. Обновление оборудование произведено в рамках инвест-программы межрегиональной сетевой компании «Юга».